Remember when you said we'd stay together now until forever? Just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us. But we let each other down, yeah. Всем привет, друзья! Посмотрел видос Игоря Ковтуна и могу с уверенностью сказать, что он робот, потому что я никогда не мог с первого подхода сделать одно значение, а на второй подход гораздо больше. И потом я подумал, может, братишка сделал реально первый подход как разминочный, а потом отдохнул минуточек 30-40 и сделал второй подход писец просто на максимум. Но я потом спросил у Игоря, и он сказал, что отдыхал всего лишь 5 минут. И я офигел. И вы наверняка включили это видео, чтобы узнать, какое количество повторений я сделаю в первом подходе, и сделаю ли я во втором подходе гораздо большее количество повторений. Поехали. При своих отжиманиях Игорь использовал приложение, которое называется Push Ups. Это реально крутое приложение, которое меня зацепило, потому что когда вы отжимаетесь, то оно считает именно чистое отжимание, то есть грудью вы должны доставать до пола, и это засчитывается. Если же вы делаете не на полную амплитуду, то повторение, естественно, не засчитывается. Еще в этом приложении есть крутая функция, которая называется индивидуальная программа отжиманий. То есть вы проходите тест, на максимум отжимаетесь без остановок, и программа вам по вашему результату составляет программу, по которой вы будете тренироваться и увеличивать свои отжимания. Ну что, друзья, поехали? Моя задача сейчас сделать максимум отжиманий без остановок за один подход. Получилось у меня 65 отжиманий. На основе моего результата для меня составлена программа тренировок индивидуальная. Но это еще не все, друзья. Отдыхаем минуточек 5-10. Делаю второй подход, и я должен со второго подхода побить этот свой результат. Тогда я буду такой же робот, как Игорь Ковтун. Ну что, начинаем второй подход. Я не знаю, как Игорь это делает, но у меня во втором подходе получилось всего лишь 52 повторения, а в первом 65. Там у меня повторений 5 еще было нечистых, но, блин, я все равно не побил первый свой результат. Это невозможно, мне кажется. Короче, я официально присуждаю Игорю Ковтуну звание мутант. Блин, потому что силовые у него просто писец. Во втором подходе сделать там, насколько получается, на 20 повторений больше, это просто чудо. Короче, ребят, ссылку на это приложение я оставляю в описании. Обязательно переходите, скачивайте, пробуйте. Делаем два подхода, и вы должны во втором подходе сделать большее количество повторений, чем в первом. И не забывайте, что отдых между подходами всего лишь 5 минут. Всем удачи! И, друзья, если вы сделаете во втором подходе больше повторений, чем в первом, то я официально присужу вам звание мутанта, как и Игорю Ковтуну. Поэтому, если вы сделаете больше повторений во втором подходе, то пишите об этом в комментариях. Пишите «Я мутант», короче, я поставлю вам лайк. Пока!